Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Друзья, сегодня на повестке экономического календаря заседание Европейского центрального банка в 12.15 по GMT. Далее в 12.30 по GMT выйдут данные по промышленной инфляции в США, индекс PPI, либо индекс цен производителей. Важный показатель, который тоже дает еще более четкое представление о том, что происходит с инфляционным давлением в американской экономике. И, соответственно, это тот самый отчет, который может снова повлиять на рыночное настроение касательно ожидания изменения ключевой ставки в США в ходе сентябрьского заседания. Помимо данных по PPI, выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице, хотя при всем уважении к этому релизу, наверное, эта статистика несколько меркнет уже с учетом и в свете тех релизов, которые были опубликованы ранее. В 12.45 по GMT состоится пресс-конференция главы ЦБ Кристин Лагард. В общем, день обещает быть также интересным, поэтому обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Что касается индекса доллара, котировки 101.75. Вчера мы следили за данными по инфляции. Фактически показатель инфляционного давления снизился в прошлом месяце с 2,9 до 2,5%. Это ниже, чем ожидали аналитики и эксперты. Ну, базовая инфляция, вот, которая, скорее всего, и повлияла преимущественным образом на мнение трейдеров касательно действий Федрезерва и на рыночное настроение, как приклеенное, уже несколько месяцев держится на отметке 3,2%. Разумеется, это годовой эквивалент. По идее, поскольку мы увидели более низкие значения инфляционного давления, мы можем сказать о том, что дезинфляционный тренд в США продолжается. Да, это действительно так, здесь не нужно ходить вокруг да около, это очевидный факт. И, возможно, в нормальных условиях снижение инфляции могло бы повлиять на решение американского регулятора и на мнение рынка о том, что регулятор может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но в текущих условиях, после вчерашних данных, мы видим то, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов стала ниже, и сейчас оценивается всего лишь в 15%. То есть, поскольку заседание Федрезерва – это уже следующая неделя, можем точно сказать, вряд ли за несколько торговых сессий картина изменится настолько радикально, что мнение рынка поменяется. То есть, нужно уважать рыночный консенсус, он предполагает снижение ставки на 25 базисных пунктов. Но все равно, друзья, мы говорим о смягчении американской монетарной политики. Это те самые исторические изменения, которые ждут уже очень давно. Снижение процентной ставки, смягчение экономической политики, начало этого процесса – это очень важный шаг, который в конечном счете приведет нас и к ноябрьскому заседанию, и к заседанию ФРС в декабре, когда ставки будут продолжать снижаться. И я практически уверен, что и по итогам сентября, и в октябре, и в ноябре мы будем работать преимущественно со слабыми данными по американскому рынку труда. Но не вижу я предпосылок для того, чтобы картина улучшилась. И судя по последним комментариям и чиновников Федрезерва, и главы американского регулятора Джерома Пауэлла, они тоже не видят каких-то условий для того, чтобы картина поменялась и стала выглядеть в более лучшем свете. А что касается инфляции, то здесь точно будет, как минимум, может быть, процесс либо темпы снижения инфляции замедлится, но нисходящий тренд сохранится. И я также полагаю, что базовый индекс потребительских цен сдвинется с этой точки 3,2%, окажется ниже 3%. Поэтому я в целом долгосрочно уверен в том, что американская валюта перейдет к снижению. Долгосрочный тренд остается нисходящим. И надеюсь, друзья, что среди вас тоже есть достаточно оптимистов, которые, так же, как и я, ожидают развития нисходящей динамики. А к текущему коррекционному росту тоже, в принципе, нужно относиться вполне нормально. Золото – $2515 за тройскую унцию сейчас. Максимум вчерашней торговой сессии был 2528. То есть уже который раз мы фактически в нескольких долларах останавливаемся до обновления исторических максимумов. Фундаментальный фон, вообще тотальный фон, который сейчас сложился вокруг рынка драгоценных металлов, это условия
многочисленные условия для того, чтобы золото дальше росло. Десятилетние облигации, именно корреляция с тем, что происходит с золотом. Повышенный спрос со стороны институционалов и физиков на золотые ETF-фонды. Спрос со стороны центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, в июле центральные банки снова активизировались в плане покупок и купили 36 тонн. Это примерно на 205-206% больше, чем было в июне. Больше всего скупил банк Польши, и у них в планах, опять же, довести долю именно золота в своих резервах с 15 до 20%. Точно такая же картина наблюдается практически в большинстве центральных банков мира. Другие факторы, не просто так, я тоже делал акцент на так называемое позиционирование макрофондов, потому что это исторические вехи, тоже должен отложиться именно осадок того, что мы работаем с прецедентами сейчас, которые когда-то были, и в этот момент времени золото всегда переписывало максимумы. Начиная от, собственно, последствий кризиса 2008 года и заканчивая ковидными временами, когда действительно позиция была примерно такая же, и золото уходило на новый хай. То же самое, я думаю, будет и сейчас. Мы уже долго ждем обновления этого хая, движения золота выше 1530 долларов за тройскую унцию. Я очень надеялся, что это произойдет с учетом выхода данных CPI, но, судя по всему, придется уже ждать заседания американского регулятора на следующей неделе, но уверен, что ожидания покупателей будут вознаграждены. Доллар-иена 142.60. Из последнего фона стоит отметить риторику Накагавы, представителя Банка Японии, о том, что ставка, скорее всего, будет повышена. Я очень рад этому заявлению, потому что фактически это еще больше убеждает сомневающихся в том, что 20 сентября на заседании Банка Японии могут быть приняты радикальные решения, которые снова увеличат контраст монетарных политик между Банком Японии и Федрезервом и создадут более идеальные условия для укрепления иены. Долгосрочно, друзья, у нас цель 140 иен за доллары, пока от нее не отказываемся. Австралиец против доллара растет 0,6690 и растет на сильном рынке недвижимости. И снова на заявлениях чиновников Резервного банка Австралии о том, что при текущем уровне процентной ставки 3,8%, которая существенно превышает целевой ориентир, Резервный банк Австралии все еще готов рассматривать возможности повышения ставки, как это делает Банк Японии. Поэтому австралиец, вероятно, сейчас в свете динамики прочих рисковых инструментов выглядит даже в более выгодном свете. Поэтому присмотритесь, друзья, к длинным позициям по австралийцу против доллара, если этой сделки еще нет в вашем портфеле. Евро против доллара и фунт. Здесь картина следующая. Мы подошли к важным уровням поддержки. Евро-доллар 1.10, фунт против доллара 1.30. И я полагаю, что с учетом того фундамента, который мы озвучивали, особенно по британской валюте, должна сработать еще и техника, поддержать все позиции этих активов на данных уровнях. И по фунту я напоминаю, что на этой неделе были данные по ВВП. Правда, эта статистика несколько разочаровала. В июле динамика нулевая из-за, скорее всего, снижения промышленного сектора. Но хорошие данные были по рынку труда, где в не последнюю очередь нужно следить за темпами роста заработных плат. Они остаются на отметке 4%, это вдвое превышает текущий уровень инфляции. Конечно же, есть высокая вероятность, что рост потребительской активности впоследствии будет разгонять инфляционное давление. Вероятность того, что Банк Англии сохранит ставку неизменной в ходе сентябрьского заседания, составляет 70%. И большинство аналитиков считают, что снижение ставки будет лишь в ноябре. Собственно, как и я. Поэтому отсюда и моя уверенность в том, что фунт скоро возобновит восходящую динамику. Что касается евро-доллара, сегодня заседание Европейского центрального банка. По консенсусу касательно прогноза ожиданий действий ИЦБ ставку снизить на 25 базисных пунктов. Условия для этого есть, особенно после последних данных по индексу потребительских цен в Германии, который снизился с 2,3 до 1,9%. Но снижение ставки на 25 базисных пунктов большинством уже трейдеров заложено в текущую динамику. Важно будет послушать точку зрения Лагард и план ИЦБ до конца этого года. В целом, может быть задир ниже отметки 1,10, откуда впоследствии могут начаться очень неплохие и перспективные покупки. Рынок нефти не трогаем. Коррекция после обновления многолетних минимумов. Американский фондовый рынок, как я отмечал, S&P 500 уже снова с
стремится к новому историческому максимуму. Быстрое восстановление, котировки 5567 пунктов. Рост непременно продолжится, особенно на таком, на таких данных, которые мы видим по рынку долга США и по доходности американских трежерис. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. И чуть было не забыл, следующий брифинг уже состоится в понедельник, поэтому оставляю вас на выходные с тем фоном, который сложился. В понедельник, безусловно, обсудим все, в том числе и последствия сегодняшнего дня и торговой сессии пятницы. Всем хорошего закрытия недели и до скорых встреч!